лично от меня. Итак, давайте посчитаем от 5 до 1 все вместе. И мы узнаем, кто же стал финалистом 1 на 1 Kids Кипяток 2015. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас будет награждение. Что скажешь? Это круто! Пару слов. Пацаны молодцы! Хорошо, что приехали, дошел до финала. Знаешь, хорошо, что почти все наши ученики Челли Пипл прошли в одну четвертую финал. Я думаю, это показатель, это уровень, это показатель того, что команда растет. Все, хватит болтать, хватит болтать.